Около полуночи дежурный экипаж ГИБДД в районе парка Горького заметил автомобиль Nissan Примьера. На требование сотрудников полиции водитель не остановился. Сразу же всем экипажам была передана ориентировка. На перекрестке улицы Энгельса с проспектом Кирова автомобиль был замечен другим экипажем. И вновь на требование сотрудников полиции водитель не остановился, а наоборот, значительно прибавил скорость и буквально ушел на взлет. Но уже в 00 часов 05 минут запоздавшие прохожие на остановке медучилища с замиранием сердца несколько секунд следили за пируэтами, которые вытворяла на дороге иномарка. Дело в том, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Произошел отрыв колеса, и автомобиль перевернулся. Удар был такой силы, что напрочь свернуло через бетонную конструкцию лавочек остановочный комплекс, который совмещал в себе торговый киоск для розничной продажи и зону ожидания транспорта. Как передают сотрудники полиции, при аварии пострадали водитель и его пассажирка. С травмами средней степени тяжести они доставлены в больницу. Продавец, работавшая в эту ночь в киоске, не пострадала, если не считать психологического шока. Кроме того, именно водителю-виновнику ДТП, после того, как выйдет из больницы, еще и предстоит раскошелиться на восстановление остановочного комплекса. А он, как заявили представители аварийных служб города, стоит недешево. Галина Ильина, Василий Обухов при содействии пресс-службы ГИБДД.